Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву. Кроме того, призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками. Вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен от 3 до 10 лет и уголовная ответственность за мародерство до 15 лет. Вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу от 4 до 8 лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее 5 миллионов рублей, на срок от 5 до 10 лет. Вводится уголовная ответственность за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу от 4 до 8 лет. Также ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества.